Доброе утро, друзья! По заявкам трудящихся и безработных. У нас с вами сегодняшний урок, который называется ОФП свиминг. Специально для пловцов, для гребцов, для тех, кто любит просто плавать профессионально, входит в секцию, занимается плаванием любительски, ну и на уровне просто профессионалов. Итак, друзья, сейчас я покажу несколько упражнений, которые вы можете также применять в своем комплексе. Потому как бассейны сейчас закрыты, но осталось буквально. Поэтому сегодня мы работаем с этим боксом. Итак, обратите внимание, первое упражнение, которое я буду показывать для тех пловцов. Угол 90 градусов. Я стою вам боком, чтобы вам было виднее. Старайтесь держать прямую спину и выполняйте подъемы. Макс, задняя поверхность бедра. Это может быть, опять же, руки, положение, где-то не мешает вам потому, положение стрелки. Итак, вы выполните несколько упражнений, 15-20 на правую ногу, также можно выполнить на левую. Обратите внимание, что коленный сустав должен всегда находиться у вас сверху, над собой. Не забывайте движение, движение должно быть вверх. Удерживайте баланс, сохраняйте прямую спину и снова опускайтесь вниз. Итак, 15-20, подходов может быть от 3 до 5, ну и количество повторений также от 15 до 50. Это в зависимости от того, насколько вы хотите позаниматься сегодня, либо в последующие дни. Итак, продолжаем работать с ногами. Стану немного боком, вот такое положение будет. Нога будет сверху. Сохраняйте прямую спину, руки будут находиться в стрелке. Мы будем выполнять с вами опускание вниз и подъем вверх. Вот такое движение, задняя поверхность бедра, сохранение прямой спины. Тут то же самое можно выполнять с наклоном вниз. Удерживая прямую спину, обратите внимание, это уже опция. Давайте вот такой сделаем вид сбоку, да, на эту ногу. У меня и так нога, руки, вертикальное положение. 15-20 раз, от 15 до 50 может быть, и с наклоном вместе. Не забывайте, что руки в положении стрелки, это удержание прямой спины, сохранение прямой спины и тренировка самого плечевого пояса. Прекрасно, выполнили эти комплексы. Друзья, также будем работать с ногами. Прыжковые упражнения, которые всем важны, всем нужны для того, чтобы себе воспитывать взрывную силу. Итак, это может быть взрывная сила. Прыжок сверху на бокс. И обязательно сход по перемене направо-левый. Помните, да? Либо перепрыгивание через сам бокс. Здесь будьте осторожны. Да? У меня здесь находится где-то 45-50 сантиметров. Поэтому спокойно можно перепрыгивать. Для пловцов хорошего уровня, для атлетов можно использовать этот бокс. Итак, с ногами достаточно. Мы продолжаем с вами тренировать мышцы спины и также плечевой пояс. Итак, нам бокс нужен для опоры. Посмотрите, будет вид сбоку. Такое положение. Помните, наша любимая планка. Будьте осторожны, потому что поверхность может быть неустойчивая. Движение таза вверх-вниз. В предыдущем видео это было, здесь немного посложнее, потому как амплитуда таза опускается вниз. Итак, посмотрите, я делаю обязательно согнутыми руками. То есть я включаю в работу не только мышцы спины и поясницы, но и трицепс. Выполняя разгибание, прогиб, смотрим вверх. Вот такое положение. То же самое, друзья, 15-20 раз в таком положении вы можете хорошо проработать мышцы спины и поясницы. Итак, следующее упражнение, которое у нас будет, это отжимание. Самое обыкновенное отжимание, это самое простое отжимание, его могут выполнять не только молодые люди, не только девушки, но и дети. Итак, отжимание. Локти немного отводим в стороны, делаем легкое касание и быстрый подъем вверх. Еще раз, делаем глубокий вдох и выдох. Приблизительно режим 3 к 1. 3, 2, 1 и вверх подъем. Посмотрите опция. Отрываясь. От самого бокса я отрываюсь. Да. Делаем вдох. На выдох.
предыдущем блоке мы с вами рассказывали об отжиманиях с хлопками, руки перед собой. Вот здесь будьте осторожны, здесь можно выполнять как опция для начала вытяжение рук попеременно. Не забывайте, что правая и левая кисть должна находиться точно под плечом. Вот такие движения. Ну, опять же, кружок двумя руками, хлопок. Здесь гораздо проще, да, выполнить. То есть мы из положения лежа выпрыгиваем, делаем мощное, сильное отталкивание и выбрасывание рук вперед. И хлопочек. Молодцы. Итак, внимание, двигаемся дальше. Сохраняем, опять же, работу именно с самим боксом. Мы продолжаем работать со спиной. Посмотрите, что у нас со спиной. Я встану вот так, лицом к вам. Бокс будет позади меня. Ноги будут находиться сверху бокса. Почему выбрал где-то 30-45 сантиметров? Потому как ноги должны находиться чуть повыше макушки. Да? Это тоже важно для того, чтобы побольше нагрузить, конечно же, плечевой пояс. Итак, друзья, поднимаемся. Встаем в такое положение. Видите, ноги чуть выше макушки. Вот. И выполняем с вами движение, которое называется кролик. Такое движение. Его можно также выполнять, опять же, это движение кроль в планке можно выполнять из положения горизонтали. То есть, пожалуйста, вот в этом положении стоите, делайте движение. Обязательно плечо касается уха. Не забывайте, что мы с вами больше акцент ставим все-таки на плавание, и поэтому для плавания мы стараемся развивать именно те группы мышц, которые участвуют в плавании. Но основные группы мышц, которые участвуют в плавании. Итак, мы с вами проработали немного заднюю поверхность. Мы с вами проработали грудные мышцы и перешли как раз к самому плечу непосредственно. Спина, мы спину чуть попозже разберем. Но сейчас у нас будет пока, опять же, плечо. Итак, обратите внимание, следующее упражнение, которое будет на мышцы плеча и мышцы трицепса, это отжимание. Отжимание будет с одной руки и выход в планку. Его можно выполнять в пол. Да, я пока бокс оставил позади себя. То есть вот такое положение. Здесь у нас вытягиваемся, тянемся вверх и вниз. Вот такое движение. Смотрите, я выхожу в планку, тянусь. Здесь можно применять, опять же, резину. Укрепление плеча, совсем немного трицепса, мышцы кора. Все, другое положение, я смещусь немного в сторону, чтобы вам было понятно, что я это делаю все-таки на обе стороны, стараюсь сделать симметрично, да? Такое вытяжение, стараясь вытянуться. Снова делаем вдох, на выдох и вытянемся. Молодцы! Сохраняйте прямую спину, живот тянет от 15 до 20 раз. Вы можете также заниматься. Но, опять же, да, многие говорят, что вот, я не занимаюсь плаванием, просто любительски. Друзья, укрепляйте плечевой пояс, делайте эти упражнения, делайте данные комплексы. Поверьте, в плавании вы немного подтянетесь, вы будете чувствовать, опять же, те мышцы и теми мышцами, которыми нужно работать при выполнении плавания, да, при выполнении упражнений на плавание, при выполнении тех или иных элементов, с которыми вы собираетесь работать, и стилями, которыми вы собираетесь плавать. Друзья, следующий блок упражнение будет на трицепс. Посмотрите, какое упражнение на трицепс. Это самое обыкновенное отжимание спиной. Вот он бокс, либо какая поверхность. Поверхность должна быть приблизительно где-то чуть ниже плеча. И опять же, повторяюсь, это 25 до 50 сантиметров. Итак, руки оставляем на самой платформе. И вот такие вот отжимания. Без движения таза. Помните, у нас было первое упражнение с движением таза. Здесь только трицепс. Помним, да, это последняя фаза разгибания руки и выполнения грибка, плавания при завершении грибка. Вот в этом положении. Дальше из этого же положение можно выполнять ту же самую планку, которую мы сейчас с вами делали. Только будьте осторожны, руки отнесите с правой либо с левой стороны, и вот таким вот
упором делаем вытяжение. Довольно-таки простое упражнение. Его можно сочетать с суперсетом вместе с трицепсом. Сохраняя прямую спину, здесь идет выворотность, небольшая выворотность плечевых суставов. Как раз то, что нужно. И последнее завершающее упражнение у нас с вами будет, смотрите, с положения сидя, с хорошей мобильностью плечевого сустава, мы делаем работу ногами. Ноги у нас полностью прямые, отталкиваемся к себе. Вот такое движение. Смотрите. Для обычных людей сложновато будет сделать это упражнение. Почему? Потому что здесь максимально включается плечо и трицепс, работа грудной мышцы, и локтевой сустав уходит, естественно, выше плеча. Поэтому здесь, возможно, небольшие травматические и просто болевые ощущения. Будьте осторожны, старайтесь работать с боксом, старайтесь работать с возвышенностью и выполнять упражнения. Итак, следующее упражнение, которое у нас будет, это будут мышцы спины. Со спиной мы будем, со спиной довольно-таки сложно проработать. Почему? Потому что у нас, опять же, бокс, оборудование мы не затрагиваем сегодня. У нас нет ни амортизаторов, нет ни гантелей, ничего, но со спиной будем стараться работать. Если это какой бокс с небольшим натяжением, у меня будут данные ручки вот в таком положении. Мы будем стараться удерживать прямую спину и опускаться вниз со спиной и подниматься. Мышцы ягодиц, задняя поверхность бедра, немного плеча. Вот такое движение. Помните, и опускаем таз. Вытягиваемся. Смотрите, друзья. Руки здесь обязательно широко. Стараться сохранить прямую спину. Мышцы плеча, спина задействована по минимуму, но все же работает. Стараемся держать плечевой пояс. Хорошо, идем дальше. Идем дальше и продолжаем с вами работать вместе с грудными мышцами. Продолжаем укреплять с вами тот самый плечевой пояс. Итак, я ставлю перед собой бокс, делаю отжимание, руку кладу сверху на бокс. Да? Обратите внимание. Сейчас у нас с вами будет отжимание. Расстояние рук это чуть-чуть плеч. Делаем отжимание, рука сверху. Опять. Отжимание и рука сверху. Отжимание, рука сверху. Каждый раз выполняя отжимание, мы кладем руку сверху. Фиксируем. Пожалуйста, кладите руку так, будто бы вы давите вниз, да? Продавливаете. То есть у вас имеется какое-либо сопротивление. Если это мягкая поверхность, можно даже пару-тройку секунд задержаться и сделать вот это самое надавливающее движение для того, чтобы подключить широчайшую мышцу спины и, в принципе, в общем. Также из этого же положения или суперсетом вы можете добавить следующих упражнений. Давящее движение только этой рукой. Смотрите, что будет. Поднимаемся, да? Рука находится впереди. Вторая находится точно под плечом. При выполнении подъема мощное отталкивание, фактически выход планка. Еще раз посмотрите на эту руку. Я встану чуть поближе, чтобы вам было понятно. И уже вид с другой стороны, сбоку. Смотрите. Такое давящее движение мы делаем сейчас левой рукой. Здесь хорошо работают мышцы кора, подключается широчайшая мышца спины, которая участвует при выполнении грибка, да, загребающих движений. Итак, друзья, мы выполнили комплекс. В завершении всего хотелось бы сказать, чтобы вы выполняли эти комплексы, повторяли свои комплексы, старались заниматься регулярно. И в завершении мы делаем с вами пресс. Пресс можно выполнять боксом, на боксе, либо рядом. Посмотрите внимательно, какой будет пресс на бокс вверху, раз уж мы его начали использовать. Я буду немного боком, чтобы было понятие. Опускание ног ниже бокса. Опускание ног. И подъем.
Вот такое движение, склад. Руки. Стрелочка. Так называемая. Касание рук. Ноги, если вы заметили, они у меня остаются где-то на линии головы. Пресс для планка очень важен, потому как приходится себя удерживать, да, сопротивление, бороться с водой, держать, стабилизировать все тело и, естественно, передвигаться с хорошими скоростными качествами. Итак, друзья, это первое упражнение, которое было на пресс. Второе упражнение. Наши любимые косые мышцы живота, которые так славятся пловцы. Почему они у них такие? Потому что они выполняют многократные скручивающие движения, да, повторение и мощная работа. Хорошо. Предплечье. Будем их тренировать. Посмотрите. Поворот. Вытяжение. Тянется. Отсюда движение вниз. Ноги полностью прямые. Расправьте плечи, посмотрите вверх. Движение. Похожий блокер. Если смотреть на скобы, то не выполняя такое скручивающее движение, да? Мы сначала были с тобой на ребре, после этого поднимаемся, выкладываемся и удерживаем прямую спину. Смотрите, с другой стороны. Вот так. Сейчас вам покажу. Чтобы было виднее. Я полностью опустился, растянул себя, вытянулся. Косые мышцы живота. Маховое движение вместе с поворотом корпуса. Да? И исходное положение. От 15 до 20 раз. Будьте готовы к тому, чтобы выйти в планку. Смотрите, я стою в планке, продолжаю тянуться. Ноги у меня прямые, живот.